Студия Starbreeze в основном известна игрокам шутерами от первого лица. Darkness, Хроники Риддика, Синдикат и даже к Payday они приложили свою руку. Поэтому ждать от них адвенчуру, мало того, сказочную адвенчуру, было бы весьма странно. Тем не менее, именно такой и получилась Brothers: A Tale of Two Sons. Сомневаюсь, что я все слова произнес правильно, но да и пофиг. Завязка всей истории проста и нетривиальна. Есть два брата. Наи! Ная! Мама их давно уже умерла, а тут и папе чего-то не здоровится. Приносят они его к местному лекарю, а он им и говорит. На, мальдаки, сабе. В общем, все очень плохо, и батька в скором времени сыграет в ящик. Тут и сказочке конец. Был бы, если бы не рвение двух его сыновей. Целитель говорит им, что спасти отца может только... Зайки. Буэна Тарида. Вот за этой штуковиной они отправляются в путь. Те, кто не знает старбрийского языка, поясняю. Где-то за горами, за лесами растет древо жизни из третьего Варкрафта. Сок или слезы, или роса которого помогают исцелить недуг. Казалось бы, ничего особенного в истории нету, да и сюжет всей игры в целом не изобилует особой глубиной, что нетрудно догадаться по местной озвучке. На ней диалоги со смыслом сложно реализовать. Тем не менее, все разговоры, происходящие между братьями или с NPC, интуитивно понятны и не требуют дополнительного пояснения. О да, Венхади. Но давайте немного отвлечемся от лирики и перейдем к чему-то более конкретному, а точнее тому, как же во все это играть. Многие уже заприметили двух персонажей и, наверное, подумали, что это кооперативная адвенчура, ну или на худой конец беготня с ботом. Однако же я удивлю вас, что это исключительно однопользовательский проект. Обоими мальчиками управляете вы один с единственного геймпада. Делается это так. Левым стиком вы перемещаете старшего брата, а правым, соответственно, младшего. Кроме того, задействованы еще два триггера, отвечающие за действия каждого из героев. Взять какой-нибудь предмет, забраться на карниз, схватиться за веревку. Вообще любое взаимодействие с окружающим миром. Вот, в общем, и все. Никаких дополнительных кнопок не задействовано. Разве что для управления камерой, но мне вот удалось пройти всю игру, ни разу ими не воспользовавшись. Удобно ли это? Ну, скорее да, чем нет. Многие, кто в детстве пытался играть на денди сразу за двух плееров, знают, как это проблематично. В какой-то момент путаешься, и поэтому нередко можно пронаблюдать, как какой-нибудь из персонажей бежит прямо в стену, хотя тебе кажется, что ты ему говоришь делать абсолютно другое. Однако это не вызывает злости, и практически ни один геймплейный момент не запарывается из-за ошибки в управлении. А вот задействовать двух братьев одновременно для решения задачек приходится всегда. Не бывает такого, что один сперва проходит какое-то препятствие, а потом второй просто повторяет за ним те же действия. Но оригинальная механика еще не гарантирует успех. Важно, чтобы ее было где применить, и чтобы это не скатилось в банальное повторение одной и той же схемы. И тут разработчикам стоит отдать должное. За те недолгие 3 часа, что проходится игра, однотипных моментов практически не встречается. Одна классная сценка сменяется другой. Большой тролль помогает героям перебраться через расщелины. Затем в темной пещере им приходится столкнуться с какими-то механизмами. Пробраться через мрачный лес, полный кровожадных волков. Проскакать на баранах по горной тропе. Полетать по ущелью на дельтаплане или поплавать на лодке. Всего и не перечислишь. Подобное в сказочных играх вполне ожидаемо. Милые монстры-добряки, великолепные красочные пейзажи и главные герои, выбирающиеся из любой передряги. А вот как вам, например, поле битвы гигантов, усеянное огромными трупами, превратившими горную речушку в кровавый водопад? Или же город, население которого замерзло насмерть? И мужик, который хочет повеситься из-за того, что вся его семья заживо сгорела в доме? Такого вы, наверное, не надеялись увидеть в доброй сказочке. А все это тут есть. Так в итоге, удался ли у Старбризов их эксперимент? Однозначно удался на все 146%. Brothers получилась восхитительной сказочной историей. Причем не такой, каким мы привыкли с детства, а куда более взрослой, сравнимой с произведениями братьев Гримм. Одновременно и веселая, и грустная, добрая и страшная, красивая и мрачная. А самое главное, очень эмоционально заряженная.
Вы это сами поймете, когда дойдете до конца. Один из лучших проектов этого года. По крайней мере, в своем сегменте игр за 15 баксов точно. Must have и не обсуждается. Мне даже не хочется слишком много рассказывать, чтобы не испортить вам удовольствие самоличного ознакомления с историей двух братьев. Владельцы Xbox уже сейчас, после окончания ролика, могут направляться в онлайн-магазин. Остальным же расстраиваться сильно не надо. Версии для Steam и PS3 подоспеют к концу лета, началу осени. Так что придется просто немного подождать, чтобы насладиться этой, без преувеличения, изумительной игрой.